Она снова в новом костюме, обновила репертуар, а к нему и наряд. Ну, чем не хозяйка Медной горы? Лилия Ивановна шутит: «Я мастер лоскутного производства. Вот что останется, что залежится, то и в дело идет». Здесь темнее и ярче рябины, здесь пропахли дымками дома, здесь у леса другие седины, здесь встречается зорьками тьма. Вот и думная спинушку выгнула, поднимайтесь, я всех удержу. Огоньками, цветочками вспыхнула, да еще самоцвет покажу. Сегодня к костюму хорошо пришлись бусики, которым, признается, уж без малого 30 лет. А вот и ярославские кружева, привезенные некогда с малой родины. Вот вам вот нарядное платье от кутюр. Когда-то я же ярославская, и вот ездила каждый раз туда, как на родину на свою. И вот эти вот увидела, вот эти кружева. Они еще 4, но я их делю, и вот на свои наряды иногда вот делаю. Таких кружев я, во-первых, здесь никогда не видела. Лилия Кравцова – дитя войны. Жестко и хлестко прошлась она по их семье. Зато с удовольствием вспоминает другой этап своей жизни – Северский трубный завод. Здесь, на предприятии, проявилось то, что заложила семья – любовь к людям, активная жизненная позиция. В трубопрокатном цехе номер 1, в ТЭЦ-2, она и работала, и участвовала в художественной самодеятельности, и в спорте не отставала. Заводу отдала 24 года. Такая активная и неугомонная она и сейчас, когда вышла на заслуженный отдых. Дома ее не застанешь. Чего только стоит ее участие в клубе «Играй гармонь» и гимнастика по 2,5 часа в день. Здоровый образ жизни у меня, во-первых. Встаю в 6:00. Бывает, летом в 6:00 я уже в парке. Пробежки у меня, гимнастика. Это 2 часа у меня занимаюсь этим. После у меня сад. Ну, сад сейчас под снегом. В память о нем остался запас энергии и аромат клубники. 600-кам она нашла зимнюю альтернативу. Узнав в Совете ветеранов, что у пожилого полевчанина день рождения, приходит домой к ним и устраивает великолепные праздники со стихами и песнями. Просыпайся, просыпайся, мой зелененький садочек, расцветайте, расцветайте, мои алые цветочки. Сегодня у Лилии Ивановны Кравцовой снова день начался с зарядки. Потом была репетиция в досуговом центре «Азов», и вот теперь она гость нашей студии. Захотелось ей сказать во всеуслышание: «Полевчане, будьте активны! Здравствуй, долгие годы, Полевской!» И бежали девчонки-русалочки, облака над собою держа, как цветастые полушалочки, чтоб услышать здесь пение сверчка. Они пели заученно звонко, все задоренько и без смычка. Был тот номер, скажу вам, коронный, его слушала вся зарека. Был тот номер, скажу вам, коронный, его слушала вся зарека. Ольга Фролова, Константин Миронов, новости нашего города.